Приветище! Это Зельда Слез Королевства, и мы продолжаем. Значит, перед нами, ну, во-первых, что мы видим? Стоит олень. Так, он повернулся. Причем крутой олень, я хочу попробовать его оседлать. Там у нас, значит, святилище. А вот там вот еще одно святилище, но оно спрятано в лабиринте. Сейчас я тебе покажу карту. И, короче, мы до этого лабиринта сейчас дойдем. Вот он. И посмотрим, что же там. По всей видимости, там очень много миазмов. Ну что ж, первым делом, значит, попробуем оседлать оленя. Нужно зайти за него. Ребята, вы, главное, не шумите, пожалуйста, а то спугнете его. Если что, есть идея покруче, заморозить его нафиг. Сейчас я очень тихонечко так вот к нему подкрадусь, прям совсем тихонечко. Сейчас будет слишком эпично, если он развернется мордой ко мне и как меня рогами шлепнет. Раунд 1. Подожди, не уезжай. Так, где у меня ледяные стрелы? Ну, глаз ледяного куса. Поехали. Догнал. Скорей туда. Черт, он так быстро размор... Ой, я его убил. Ну ладно, зато есть замороженное мясо. Оно нам все равно пригодится. Блин, капец, теперь на своих двух чесать вон туда вот. Может, драндулет какой построить? Сейчас посмотрим, что там у нас есть из механизмов. Летная штука. О, тачку! Ага, нет, тачку не получится, потому что у меня мало занаров. Давай, короче, сейчас на сноуборде покатаемся. Выбираю, значит, вот этот вот щит. О! О, черти повылазили. Да блин, как ты меня достал? Я же отходил назад. Все? Куда ты побежал? Уже бошек-то нет. Теперь со спокойной душой, значит, крепим вот эту штуку к нашему щиту. И пробуем сделать сноуболт. Берем разбег и... Уху! Летим! Ей! Отлично! Вот это нормальный разгончик. Вот и все. Покатались и хватит. Локатор уже пищит, прям вот не может. Лучше бы я его не ставил. Он теперь так напрягает этот звук. Стой, подожди, а там вон что? Я, во-первых, там вижу змея наверху очень высоко. Вон. И там сверху еще один лабиринт, только воздушный, что ли? И там тоже святилище есть. Вот это да. Так, а на лед-то как я взберусь? Как я взберусь на лед? Он же скользкий. Прибегнем к бомбоцвету, значит. Шлеп и... Поехали. Ну давай, забрались. Асет Дзян Игрик или что-то подобное. Открываем и сейчас заглянем в эту пещеру. Реактивный молот. Даже интересно стало. А, я, кажется, понял, о чем речь. Значит, берем вот эту штучку. Ее нужно шлепнуть сюда. Но перед этим надо развернуть ее грамотно, типа так. Вот. И теперь, короче, вот это вот надо тоже сюда пришлепать и все это запустить. Давай, короче, сюда поставим, и оно... Во, нормально. Погнали! Все просрал на свете я. Слишком мощное оружие, надо что-нибудь попроще взять. Короче, прикрепил заново, как получилось. Давай проверим, что выйдет из этого. О, вышло! Пользуясь случаем, сразу свистну отсюда ракету. Слушай, знаешь что, я подумал... А что будет, если я прикреплю ракету к своему мечу? А, ну как бы... Я думал, он будет меня разгонять, но нет, не будет он меня разгонять. Пойдем тогда вот сюда поднимемся, сундучок возьмем хотя бы. Во! Занаровый лук. Чем сильнее натягивать тетиву, тем больше энергии потребит лук, и тем дальше полетит стрела. Что делаем, собственно, здесь? У меня есть догадка. Я сделаю что-то типа вот такой вот штуки. Сейчас покажу. Вот так вот здесь прикрепим. Во. Ага. Теперь осталось ее запустить. Наверное, с лука.
Во! Нога есть. Теперь главное в обратную сторону все это запустить, чтобы оно ударилось. Так, поехали! Обломентос. Короче, переделал эту ногу в другую сторону. Сейчас должно все получиться. Проверяем. Погнали! Е-е-е-е! Слушай, пока я здесь, и тут куча бесплатных ракет, надо этим воспользоваться. Ну вот и все. А теперь завершаем наш поход. И снова в холод. Холод, холод. У меня защита от холода, кстати, заканчивается. Это немножечко не круто. Так, нам вроде бы как вон туда. Кстати, с прошлой серии я так и не надел новый костюм, а именно... Именно вот эту вот штуку. Ха, туника тьмы. Она, конечно, не так много брони дает, но тем не менее выглядит прикольно. Ее еще перекрасить попробую зеленый цвет, и тогда будет вообще оригинал. Хотя вроде зеленая туника здесь тоже должна быть. Северный лабиринт. И под нами еще, да, лабиринт? Ага, отлично. Два лабиринта прям. Комбо. И камень, на котором сейчас... Ой, записка. На камне давай вначале почитаем что. Надпись на языке Зана, ее невозможно прочитать. Но елки-палки. Давай записку почитаем. Исследование, день первый. Письмена Занаи, высеченные на каменной плите, гласят, когда драконье кольцо очнется от сна в глубинах лабиринта, ты получишь должное. Когда драконье кольцо очнется от сна. Угу. Так мне сказали. Это расшифровал Таура, но были найдены новые руины, и он отправился туда. Честно говоря, мне подумалось, что это мой шанс, ведь передо мной такое открытие. Все, что я здесь выясню, будет моей заслугой. Кто знает, может, я разгадаю загадку культуры Занаи. Я набрал кучу хайрульских шишек и собираюсь отмечать ими свой путь, чтобы не заблудиться. Ага, окей. Кремний я, конечно же, отсюда заберу. И теперь пойдем. Вот они, шишечки. Они, кстати, нам очень сейчас здесь пригодятся, чтобы перелетать вот эти вот миазмы. Значит... Где-то у меня огненный кинжальчик. Сейчас будем разжигать костер. Полетели. Опа. Пересекаем вот таким вот образом миазмы. Здесь у нас святилище. Нужно до него как-то добраться. Хитроумно добраться. Значит, шишки. Идем по шишкам. Мне кажется, что этот чувак очень умен. И он нашел проход. Или выход из этого лабиринта. Еще шишечка. Ага, письмо. Он оставил нам письмо. Хорошо. Давай почитаем. Исследование день 2. Мой начальный энтузиазм немного угас. Мне не удалось найти ничего интересного. Да и холодно тут. Занаи могли бы и подсказки какие оставить, раз ту надпись высекли. И если подумать, как давно здесь та каменная плита у входа? Мне кажется, до катаклизма ее тут не было. Хотя я могу ошибаться. Толком нам ничего это не сказала. Надпись дневник. Подожди. Тает? А с чего это ты таешь? Оно тает, потому что здесь горячо. Хм, температура, смотри, какая. Так, и мне интересно, есть что-нибудь в этой льдине? Сломалась. Шишка! Еще одна шишка. Все тает, прикинь, абсолютно все тает. Льдины, которые мы до этого встретили, они тоже растаяли, по всей видимости, потому что в лабиринте тепло. Продолжаем следовать по шишкам. Поскольку энтузиазм угас у этого чувака, я надеюсь, что это ничего не попортило в плане его поисков. Так. Прикинь, у меня сейчас такой глушняк заведет своими шишками, что капец. Вот, здесь тоже тает. Или, может быть, от моего тепла все тает, а? Я когда подхожу, я же горячий парень. А, у меня кинжал! Все, я понял. Кинжал защищает меня и от холода, и топит одновременно льдины. В лабиринте нифига не тепло. Вон оно что. Блин, классная способность у кинжала. На самом-то деле. Здесь ничего нету, но сюда можно пройти. Интересно, а для чего здесь было перекрыто все льдиной? А, тут круговуха.
все понятно. Где шишка? Вот она, шишка. Собираем. А здесь снова надо костер разжечь будет. Может, мы обойдем? Вроде бы как обойти можно. Или зря я сюда поперся. О! Ничего себе. Сколько он? Плюс 24. Кидаем шишечку. Поджигаем. Подлетаем. Здесь еще льдинка есть. Шишка ведет. Странно. Шишка здесь, по-моему, обрывается. Слушай. И он... О, надо было мне дальше лететь. Сейчас посмотрим, что здесь. Ничего себе. Ничего себе. Там что-то есть интересное. По-моему, там даже проход. Главное, чтобы вот эти глыбы на меня не высыпались. Слушай. Сейчас мы растопим этот лед. Так, 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 так. Аккуратно. Они дальше не едут. Убегаем. А, там сундук. В принципе, можно было не топить лед. Просто булыжник вот так вот перекинуть и все. Что тут в этом сундуке у нас? Занаровый лук. Еще круче, чем я подобрал. Да елки-палки. Ладно, вот этот выкинем, а этот возьмем. От деревянных луков надо избавляться, потому что в жару они горят. Вот. А зато в молнию, в грозу, они не электрозуются. Как бы у них тоже свои преимущества есть у деревянных луков. Шишку сюда просто кинем и попробуем ее поджечь. И посмотрим, будет ли какой-то эффект типа огнева. Нет, не будет. Что ж, разводить костер я здесь пока не хочу. Я прибегну к валунам. Я их сейчас скреплю, тем самым сделаю мостик длинный и по ним перебегу миазмы. Вот и все. Вот так вот. Теперь залазим и побежали. Блин, там лук. Мы его сейчас... Ай-ай-ай-ай, миазмы, чертовы миазмы. Сейчас мы этот лук заберем. Лук голема плюс один. Ну, нет, он похуже, чем у меня был. У меня-то плюс два есть. Так что тут закуточек, который ведет нас в тупичок. И здесь ничего не оказалось. Кстати, а можно ли сделать вот так при помощи телепорта? Можно, смотри-ка. И я очутился на самом верху лабиринта. Ха. И благодаря этому я могу пробраться вообще куда угодно. Но... Я так читерить не хочу, поскольку внизу там еще куча всего интересного. По шишкам следовать как-то более интригующе, что ли. Я так подумал, надо бы опробовать кое-что. Я сейчас поставлю здесь казан. Вот он. И мы приготовим с тобой блюдо, которое будет защищать нас от миазмов. Вот он, сгусток тьмы. Возьмем еще флешечку. Хотя нет, блин, флешечку надо убрать, потому что слишком мощное блюдо получится, а у меня как бы сердец, ну, прилично много. Так, кидаем. О, сопротивление миазмам 3 минуты. Кушаем. И проверяем. Идем. Ага, защита. Ой, 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 что, все, что ли? В смысле, как? У меня 3 минуты. А-а-а. А, нет, о. О, прикольно, восстановило мне обратно сердечко. Но сердечко у меня все равно отняли. Вот это да. Так. Защита срабатывает. Ну, прикольно, прикольно. Короче, работает, но слишком долго стоять я не могу на миазмах. Иначе все сердца у меня заберут. Сейчас, давай проверим. Иначе все сердца у меня заберут. Так, вот, у меня 2 сердца забрали. Но зелье их восстанавливает. Но не пополняет. В принципе, меня это устраивает. Бежим дальше. А вот, кажется, и проход, слушай. Давай почитаем. Исследование день 3. Продрожав до костей от холода и страха перед миазмами, я наконец добрался до сюда. Этот путь ведет в центр руин. А ряд огней словно указывает путь внутрь. Не сомневаюсь, что это и есть то должное, о котором написано на каменной плите. До большого открытия рукой подать, я верю в себя. Угу.
Угу. Так, ну я вижу, что... Подожди. Можно еще вон туда сходить? Пойдем, сходим, посмотрим, что там. Здесь тоже шишки? Ха. Ладно, давай на обратном пути сюда сходим. Он, видимо, раскладывал шишки, чтобы выйти отсюда из этого лабиринта. Кратчайший путь искал, как бы. Слушай, ну прохода здесь нет. Здесь просто огромная льдина. Но мы ее, конечно же, растопим. И тут сундук. В котором занаровый щит, елки-палки. Смотри, какой он мощный. Оу, придется выкинуть вот это вот. Это выбрасываем. Это надеваем. Ну-ка. Ну, прикольный щиток, золотой такой, мощный. Ну, хорошо. Значит, идем по шишкам. Тут все довольно просто. Идешь налево или направо. Тупик. Так, где еще одна шишка, елки-палки? Шишуля. Вот, наверное, сюда нам. Не запутаться бы мне. Да, шишка вот она лежит. Все оказалось довольно просто, и у меня закончилось зелье. Ну, мы сделаем вот как. Опа, успели. Довольно шустренько перебежали. Здесь у нас тупик. А здесь огроменный проход. Читош. А, нет, здесь нет прохода. Но я уже слышу, как активировалось святилище. Оно вот прям просит. Активируй меня. Ну все, в принципе. Здесь должно быть святилище. А, нет, лесенка. То есть мы сейчас на втором уровне. Погодите-ка. Можно его вытащить? А, не достаю. Эх, ну и ладно. Пойдем тогда дальше по шишкам. Последуй шишек. Ух ты. Зеленое свечение какое. Ну все, он добрался, получается, этот исследователь сюда. Исследование день 4. Мне наконец удалось найти артефакт культуры Занаи. Я молодец. Но радовался я недолго. Артефакт не реагирует ни на прикосновения, ни на удары, ни на крики. Я не думаю, что мне удастся с этим разобраться, и от этой мысли мне еще холоднее. Пора выбираться из этой западни и возвращаться назад с отчетом об исследовании. Друг мой, а я-то сейчас все сделаю, так что не переживай. Смотри-ка, сюда так просто я бы не попал, потому что решетки сверху. Так что... Ходя поверху лабиринта... О, и там вниз можно еще спуститься. Ничего себе. Вот этот туннель там внизу. Пролом северного лабиринта. Сейчас. Так, я что-то услышал, какой-то звук. Смотри, там миазм. Дышит как будто, да? Ты видишь это? Или там кто-то ходит? Ну, короче, неважно. Я сейчас стою, топлю лед. В надежде на то, что на меня здесь никто не нападет. Опасный. Чертяка. Готово. Так, и прежде чем пойти, я хочу посмотреть, что там было-то за существо. А-а-а! Так, подожди, надо это сфоткать. Это эти, господи, я все запутался. Не то совсем включаю. Это же руки Ганнона. Фантом Ганнона, точнее. Так. Я просто его сфоткаю так, на память. Через решетку, конечно, не очень круто получается. Но он смотрит на меня. Засранец. С фантомом Ганнона драться-то не очень хочу. Я лучше пойду в святилище загляну. Какое интересное место. Обалдеть. Благословение Рауру. Смотри, здесь просто сундук стоит и... Больше ничего, никакого испытания. Алмаз. Ну, спасибо, это очень... Щедро, конечно. А тут точно больше ничего нету? Я впервые в таком святилище, оно для меня дико необычное. Посмотрим, что оно даст.
просто частицу света дал, как и все другие святилища. Читош. Предлагаю выбираться отсюда при помощи телепорта и не париться. Ну я бы еще, знаешь, куда заглянул? О, там сундук? Я бы еще заглянул туда, вот где ящик стоит. Вот там вот что-то подпирает он. Даже не знаю, стоит это сделать. Ну пойдем. Пойдем, короче, сходим. Я потом, если что, при помощи этого ящика наверх поднимусь. Не страшно. Готово. Вот теперь вытаскиваем. Сейчас посмотрим, что у нас там. А там, в принципе, ничего... А, нет, проход куда-то. Сундук спрятали. Занаровый меч +++. Блин, у меня уже один такой есть. Что бы выкинуть-то? Ладно, вот эти вот штуки выкинем, давай. Это возьмем. Сейчас мы к занаровому мечу, который только что подобрали, рог прицепим. Во! +18 оружие. Это всяко лучше, чем 11 дамага у вот этих двойных мечей было. Все, теперь ящик двигаем сюда. И при помощи него сейчас будем подниматься. Так. А, то есть в лабиринте можно по стенке лазить, да? Это не запрещено. Ха. Я же в свою очередь хочу попасть... Вот сюда. Там тоже сундук за решетками, да? Я тут. Да, вот он. Энергзонар. Ну, прекрасно. Это очень полезная штука. Дальше. А, так я тут был. Все понятно. Телепортируемся вообще на самый верх. Сейчас полазим здесь, по лабиринту сверху. Посмотрим, есть ли тут что интересное. Есть, короче, идея. Хотел воздушный шар сделать, но я увидел падающий обломок. Он-то нам и поможет. Осталось только до него добраться. Так, как бы нам туда перейти? Ага, он упал туда, значит... Мы разжигаем здесь костер и просто летим. Погнали! Вот. А камень куда упал? Куда-то вот сюда, да? Камень. Вон он. Отлично. То, что нужно. А вот это что такое? Минуточку. Вот это что такое? А, это еще один камень, который упал. Интересно. Да, он тоже может подняться наверх. Цепляемся тогда за него. Это рука чья-то, что ли? А нет, показалось. Все, давай, наверх. Будем исследовать теперь верхний лабиринт. Так. До верхнего лабиринта я как бы не очень-то успешно добрался. Придется отсюда все-таки на воздушном шаре дальше чесать. Опля. В принципе, места достаточно, чтобы воздушный шар поднять. Ништяк! Но это еще не все. А куда бы пропеллер-то положить? Наверное, где-нибудь здесь. Стой. Стой! Давай назад, ёлы-палы. Успел поймать. Кое-как. Так, пропеллер. Ты нам по-любому нужен. Потому что без тебя мы далеко не упляшем. Вот. Теперь мы встаем сюда. Нам нужно теперь надеть костюм от огня. Потому что мы сейчас будем разжигать здесь кострище. И вот это тоже шлем на всякий пожарный оденем.
кидаем вязанку дров и, в принципе, погнали. Так, единственное, стой. Мы не это. Надо отключить пропеллер. Все. Пока хорошо, поднимаемся наверх. Очень хорошо. Посмотрим, насколько нас хватит. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что пропеллер надо было снизу шлепнуть еще бы. Это очень нам бы пригодилось. Вот зараза. Надо отламывать, короче, вентиль вот этот вот. Он нам сейчас пригодится, наверное. Где-нибудь. Как-нибудь. Его туда аккуратненько скинуть. Опа! Стоп-э! Все. Без пропеллера мы, короче, остались. Я понял. Ну, мы взобрались еще повыше. Прилично так повыше. А здесь похолоднее стало. Где там мой меч? Горяченький, пускай он меня греет. Вот, так получше. Осталось совсем, как бы так сказать, немного, но это очень много, блин. Места здесь побольше, может быть, и параплан все-таки удастся здесь поставить. Ну что, вроде бы все готово. Я надеюсь, что это нам позволит все-таки улететь как можно дальше. Осталось только сделать небольшое манипулирование. И, в принципе, все. Ну что, погнали? Юху! Только вверх. Нам наверх. Слушай, мы будем очень чертовски долго подниматься наверх на этой штукенции. Блин. Нам бы хотя бы вон до туда долететь. Пошли мои батареечки садиться. Используем большие энергозонары. Черт, у нас уже ломается параплан. Мне бы хотя бы вон до той штучки долететь бы. Во-во-во, что происходит? Что-то произошло странное очень. Меня как будто подхватило и наверх потянуло. О, тут гравитация, смотри какая. Ёлки-моталки. Нифига себе. Севера, лабиринтовый замок, небо. То есть, подожди, здесь вообще гравитации нет, что ли? Чем выше, тем лучше. Ага. Так, так, так. Интересно, смогу ли я туда Знаешь, что мне поможет? Прыг панели. Давай-ка мы одну сейчас здесь выбросим. Ага. Посмотрим, как далеко мы. Нормалек. И об потолок, короче, ударились. Прикольно, когда нет гравитации. Вообще офигенно. Ну что, я думаю, что тут вполне реально, да, поднимемся сейчас. Юху, я наверху, наконец-то я добрался сюда. Обалдеть. Что это за святилище? Тембедзей. Давай зайдем, посмотрим, что там, как там в этом святилище. Это что за скачущий шарик? Колобок в Зельде. Сейчас посмотрим, что мы можем здесь сделать. Тут какая-то интересная ниша под батарейку условно есть. Может, через нее что-то пропустить нужно, типа стрелы или еще что. Там вон, вижу, сундук. Сейчас я до него доберусь. Вместе с этим шариком. Или не доберусь. Давай, полетели. Полегче, полегче, полегче. Нормально мне тут от шарика досталось.
Я так полагаю, что здесь как-то можно переключить гравитацию. Давай попробуем ударить по вот этой штуке. Может, что-то произойдет? Ага, точно, вот же. Вот же. И шарик полетел высоко-высоко и ударил об мишень. И теперь я следом... Стоять! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо вышло, блин. Капец. Давай еще разок. Только надо не прыгать. Желательно не прыгать. За сундуком надо добраться же как-то. Так, ты чуть-чуть... Вообще не понял, как так... Полетели! Ага. Теперь вниз. Вот сюда. Большой энергозонар. Спасибо, я только что его потратил. Это очень здорово. Теперь нам нужно попасть туда. Для этого воспользуемся вот этой платформой. Все, я здесь. Тормозим. И здесь, наверное, гравитацию нам нужно отключить. Она нам тут ничем не поможет. Да? Ну, как бы внизу очень неприятно будет, если я упаду. Так, там есть лестница, тут есть... Вот эту штуку можно опустить? Нет, не можно. Я, конечно, могу воспользоваться прыг-панелью. Мы включим для этого гравитацию. Но лучше я, конечно... Бомбоцвет просто прикреплю. А, погоди. Стой. Мы сейчас все сэкономим. Вон оно что. Вон оно как. Ждем еще один шарик. Погоди, а можно назад просто мотануть? Шарик. Шарик, ты где? Он уже, наверное, улетел. Ждем, короче, шарик. Когда сюда прилетит. Вон он. Летит. Я бегу. Вот, отлично. И мы сейчас должны полететь вместе с этим шариком, по идее. А, угу. Давай назад, шарик, пожалуйста, вернись назад. Без тебя никак. Вот он возвращается. Я сейчас на него прыгаю. Стой. Вау! А, блин, прям мне по башке прилетел. Стой, можно как-то на тебя запрыгнуть-то? Чёрт, это фиаско. Я сейчас тут сдохну нафиг. В общем, пойдем старый метод с бомбоцветом провернем. Осталось только грамотно прыгнуть на все это дело. Тут как бы все-таки это... Гравитация. О, отлично. А, мне нужно вот сюда шарик. Ой-ё, вот это в жопу я попал конкретную. Ну вот, теперь я краснею. И это меня еще больше бесит. Значит, по крайней мере, мы выяснили. Выяснили, что нужно делать с этим шариком. Наконец-то ты здесь. Сейчас нужно вовремя его остановить. Давай, залетай туда. Теперь останавливаем. Падай. Ну-жи. Ей! Побежали скорее. Скорее, наконец-то прошли мы это испытание. Ну, а теперь нужно активировать вот этот вот портал. Посмотри, что же Ой, крестик. Начавший путь сквозь лабиринт небес. В глубине лабиринта Земли дремлет драконье кольцо и ждет того, кто его пробудит. Блин, я мерзну. Где там мои огненные кинжали? Так, в недре Земли ждет кольцо, которое нужно пробудить. В общем, ясно. По крайней мере, знаешь что, я здесь открыл лабиринт, и мы сюда потом телепортнемся, когда найдем это колечко. Если ты не хочешь пропустить следующую серию,
то подписывайся, если ты еще не подписан. Ставь лайк под ролик, если ты еще его не поставил, чтобы я понимал, что тебе нравится. И до встречи на новом ролике, на котором мы с тобой увидимся, собственно. До скорого!